Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, сельское хозяйство, лесное хозяйство и прочие виды землепользования призваны сыграть важную роль для достижения цели устойчивого развития, ЦУР. Именно поэтому сельское хозяйство, естественно, увязывается с ЦУР-2, ликвидация голода. Однако, место сельского хозяйства в политической программе определилось совсем недавно. В целях развития тысячелетия говорилось о том, что нужно уменьшить число бедных для того, чтобы покончить с голодом. И только когда утвердили цели устойчивого развития, развитие сельского хозяйства выдвинулось на первый план для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, покончить с голодом и улучшить питание людей. Именно тогда сельское хозяйство стало рассматриваться как одно из решений в политической программе. Если вы ознакомитесь с этим трудом, вы очень многое поймете. Помимо тех мер, которые следует принять для полного искоренения голода, надо учитывать и другие ЦУР. Дело в том, что взаимосвязь между ЦУР – это залог успеха для того, чтобы добиться выполнения всех целей устойчивого развития. Развитие устойчивого сельского хозяйства наряду с устойчивым потреблением, устойчивым производством – это очень важно. Если я буду применять больше удобрений, то я повышу производительность, но это не будет устойчивое сельское хозяйство. Надо развивать сельское хозяйство так, чтобы обеспечивался доступ к воде. Надо так развивать сельское хозяйство, чтобы была адаптация к изменению климата и чтобы меньше выбрасывалось парниковых газов с каждого гектара в этом секторе. Необходимо бороться с деградацией почв, потому что иначе можно бороться с голодом, но при этом безвозвратно испортить почву. Поэтому надо учитывать все цели ЦУР в своей совокупности, то есть обеспечить подход через причинно-следственную связь. Но для того, чтобы реализовать такой подход, необходимо опираться на то взаимодействие, которое существует между задачами каждой из этих целей. Вот на этом уровне можно понять взаимодействие между ЦУР. Существует сложная сеть взаимодействия позитивного, негативного или нейтрального. ЦУР-2 гласит ликвидировать голод. Первая задача – положить конец недоедению. Вторая – удвоить сельхозпроизводительность и доходы фермеров и обеспечить при этом устойчивость систем производства перед лицом изменения климата. Как это связано с задачами цели 6 – улучшение качества воды, сокращение загрязнения окружающей среды, восстановление экосистем, связанных с водой. Необходимо производить больше, но при этом учитывать задачи и другие задачи ЦУР-6. Необходимо добиваться устойчивого управления почвами, генетическими ресурсами. Необходимо экологически рационально распоряжаться химическими препаратами, обрабатывать отходы. Все это задачи ЦУР-12, задачи по устойчивому потреблению и производству. Я хочу искоренить голод, но при этом необходимо обеспечить сохранение и восстановление земных экосистем, пресноводных экосистем. Если я буду производить больше, но при этом изводить леса, то это даст отрицательные последствия. Надо производить больше, но не допускать при этом наступления пустынь. Надо учитывать и 13-ю ЦУР, то есть принимать такие меры, которые позволят системам производства лучше реагировать на изменение климата. Только благодаря принятию цели устойчивого развития такие сектора, как сельское лесное хозяйство, а также другие виды землепользователя воспринимаются как часть решения поставленных политических задач. Для того, чтобы добиться реализации цели устойчивого развития, необходимо подготовить такие показатели, которые позволят
количественно измерить взаимодействие между каждым из этих целей и задач. Entre les différentes cibles de chacun des ODD.